Здравствуйте. С вами лидер проекта Faberlic Reality, Белицкая Татьяна. Сегодня хочу наговорить вам болталку на одну такую серьезную тему. Откуда я беру продукты, о которых рассказываю в своих видео? Я недавно разговаривала со своей подругой, которая задала мне такой вопрос. Она посмотрела видео на моем канале и задалась таким вопросом. Откуда ты берешь всю ту продукцию, про которую рассказываешь на своем видео? Она почему-то решила, что я просто занимаюсь тупо рекламой, беру эту продукцию с полочек, которые у нас находятся в пункте выдачи компании Faberlic, и просто рассказываю, ну, как будто это не мое. Хочу вам сказать, что все, что я показываю в своих видео, это действительно мои заказы, которые я заказываю в компании Faberlic. У меня даже есть одно видео, где я вам показываю все из своего личного кабинета. Это, кстати, было не так давно. Это был большой заказ, там, где у меня было два подарка, массажер. И я после этого сделала такой обзорчик по своему личному кабинету, где как раз все было видно, что там за товар, за какие деньги я купила, какие там сработали акции, и во сколько мне все это обошлось, какая у меня получилась скидка, сколько я отдаю за доставку. То есть в этом видео все подробненько рассказано, показано. Если кому-то интересно, то я оставлю ссылочку. Можете открыть, посмотреть, если у кого-то тоже возникли такие сомнения, как у моей ближайшей подруги. Ну, что еще хочу сказать? Почему так происходит? Почему люди не верят, что действительно можно покупать, ну, такое количество товаров? Потому что, когда люди видят, что на промостойке там или на столе выложено много продуктов, казалось бы, всем кажется, что за это, наверное, я заплатила очень много денег. Потому что в том заказе действительно было, ну, много продукции, потому что, я повторюсь, там было два подарка, массажер. Но она опять-таки забыла о том, что у меня срабатывает 20% скидка, так как у меня свой личный кабинет в компании Faberlic. То есть я заказываю продукты в интернет-магазине. То есть, ну, как и все те, у кого есть свой личный кабинет. Еще там срабатывают дополнительные акции, там всегда бывает много распродаж, которые порой доходят до 70%. Вот. И там интересная есть бонусная программа Faberlic Club, там, где вообще можно продукты купить за 1 рубль. Это, как бы вам объяснить поточнее, в общем, когда покупаешь какой-то продукт, а каждый продукт имеет свой балл. Вот с каждым заказом всплюсуются эти баллы, и они остаются у меня в личном кабинете и собираются с каждым заказом. Вот. И потом, когда я вижу, что у меня собралось приличное количество баллов, я захожу в этот, ну, как сказать, в эту программу, вот, и там меняю бонусы на продукты. Мне списываются бонусы, а продукт получается за 1 рубль. У меня, кстати, в моем последнем заказе, который сейчас в проекте формирования находится, будут как раз такие продукты, которые я заказала из этой программы Faberlic Club. Я, наверное, обязательно опять сделаю обзор по этому своему заказу, чтобы вы могли убедиться, что действительно есть такая программа, где можно купить товар за 1 рубль. И вы сможете еще посмотреть это мое видео. Ну, она, наверное, еще удивилась только потому, что мы давно с ней знакомы. Она знает, как мы живем. Моя семья из 5 человек. Мы живем на квартире. Она знает, что достаток у нас самый обыкновенный. Поэтому она, наверное, была удивлена, что как же я могу позволить себе делать заказы каждый месяц, то, что мне нужно. Ну вот опять-таки она, наверное, забыла про эти все акции, распродажи. Хочу опять вернуться к тому, что только что сказала. Вот, а может быть, просто кто-то не верит. Ну, в общем, вы можете зайти, посмотреть мой обзор.
где у меня был лично про мой заказ, и убедиться, что это не вранье, а чистая правда. Вот, и я так решила, что, наверное, буду частенько делать такие обзоры из личного кабинета, где буду рассказывать о своих заказах. И вы сможете убедиться, что действительно это все правдиво. Тем более, что покупаю я все то же самое, что купила бы в других магазинах. Мы так же самое, ну, покупаем и стиральные порошки, гели для душа, и зубные пасты, и всякие кремы, и пенки мужские. В общем, все, что нам нужно для нашей жизни, то, что мы покупаем в других магазинах, все то же самое я покупаю здесь. Только все это мне достается по хорошим скидкам. У меня получается на те же самые продукты цена получается намного выгодней, чем если бы я купила это все в другом магазине, там в супермаркете или в каком-то либо другом магазине. То есть я не беру там что-то, как-то сверхъестественные продукты, какую-то там сногсшибательную там одежду. То есть я как потребитель покупаю все то, что мне нужно в жизни. Только мне обходится это намного дешевле. Это одно. А второе, я знаю, что это качественный продукт. Я уже попробовала, я уверена в нем. Поэтому, ну, не знаю, если, может быть, кто-то действительно сомневается, хочу сказать, что это все чистая правда. Я действительно каждый месяц делаю заказ, покупаю все, что мне нужно. Вот опять у меня обзор, недавно я снимала своего заказа, там, где я заказывала зубные щетки, и санки для бритья для моих мужчин, и там маски для лица. То есть, ну, я уже сейчас точно не помню, тем более камера включена, я немножко волнуюсь. Я так сразу не могу припомнить. Если кому-то интересно, вы можете посмотреть это видео. Вот. Ну, Олечка, я понимаю, что, может быть, какие-то сомнения у тебя в голове возникают. Я знаю, ты будешь смотреть это видео, ты следишь за мной, заходишь на мой канал. И ты поймешь, что я говорю именно про тебя. Мы с тобой буквально недавно разговаривали по телефону. И вот после разговора со своей подругой, вот такая мысль у меня возникла, записать такое видео, поговорить с вами. Я хочу сказать, что я очень благодарна тебе за то, что ты рассказала мне, что в нашей станице открылся Фаберлик. И я пошла туда чисто посмотреть, что там. Я думала, это будет что-то типа магазина, где можно будет пойти купить что-то. Оказалось, что это всего лишь пункт выдачи. Вот. Ну, когда во всем разобралась, все поняла, решила попробовать. У меня, кстати, есть мое видео, где я рассказываю, как я познакомилась с компанией Фаберлик. Кстати, могу вам тоже скинуть ссылочку, чтобы вы посмотрели. Чтобы сильно мне сейчас не рассказывать опять вам все сначала, как было, вы можете посмотреть это видео там, где я рассказываю мое знакомство с компанией Фаберлик. Я очень довольна, что попала в эту компанию, что я теперь пользуюсь таким хорошим качественным продуктом, что я могу купить это все по хорошей цене, что я могу вам рассказать правду о том, как это все можно купить, что это все может стоить, какие могут сработать акции, какие программы, какие скидки. Это действительно очень выгодно. Я очень довольна. Спасибо тебе, Олечка, что ты рассказала мне про Фаберлик, и я туда пошла. Познакомилась там с хорошими девчонками. У меня отличный наставник, который помогает мне разобраться во всех тонкостях, вникнуть во все эти программы, как это все работает. Я очень довольна и рада, что попала туда. Ну, хочу сказать, что в компании Фаберлик можно не только выгодно покупать продукцию, но при желании, если у кого-то возникнет такое желание, можно еще и зарабатывать деньги. Это, конечно, отдельная большая тема, которой тоже, наверное, я посвящу какое-то одно из своих видео. Потому что в 2 минуты это не расскажешь. Это очень серьезная такая тема. Я обязательно ее коснусь. Я, конечно же, еще не все знаю. Не во все еще вникла, потому что прошло очень мало времени. Но я стараюсь вникать, потому что мне это интересно, меня это захватило, меня все устраивает.
такое ощущение, что у меня как будто бы началась какая-то совсем другая жизнь. Поэтому я буду записывать для вас видео, всякие разные темы, всякие мысли разные в голову приходят. Буду с вами делиться, рассказывать. Поэтому, если кому-то интересно слушать меня, заходите ко мне на мой канал, подписывайтесь на него, нажимайте на колокольчик. Если кого-то заинтересую вдруг, можете, у меня там есть все ссылочки под моим видео, ссылочки на мои контакты, ссылочка на регистрацию. Опять-таки хочу еще раз коснуться того, что те, кто захочет зарегистрироваться, вы должны понять, что ничего страшного в этом нету. Это вас ни к чему не обязывает. Никакие паспортные данные от вас совершенно не нужны. Вот для этого всего лишь нужно ваша фамилия, отчество, номер телефона и электронная почта, если она у вас есть. Вот. Ну, в общем, собственно говоря, и все, что от вас требуется. Остальное все, вы заполняете анкету, у вас появляется свой личный кабинет. И вы прекрасно, так же, как и я, можете пользоваться всеми продуктами. Тем более, что те, у кого есть свой личный кабинет, они могут участвовать во всех внутренних акциях, распродажах, которые проходят. Они, вот эти все акции распродажи, доступны только тем, у кого есть свой личный кабинет. Поэтому это очень удобно. Вот. Я не сразу это поняла, не сразу вникла. Теперь, когда я уже начинаю разбираться, вникать во все это, понимаю, что как много я потеряла. Я уже теперь все эти месяцы я не хожу в супермаркеты, не покупаю ничего, все, что мне нужно для жизни. Ну, конечно, не считая продуктов. Продукты, конечно же, я покупаю, как всегда, в магазине. Но все остальное, что мне нужно для жизни, все, что я раньше покупала в больших магазинах, я сейчас все покупаю, заказываю Фаберлик, и мне это обходится по шикарной цене. Вот, ну, вроде бы все, что я хотела, я вам сегодня рассказала. Это была такая интересная тема, как мне показалось, потому что, наверное, не только у моей подруги возник такой вопрос, может быть, кто-то еще об этом подумал, откуда берутся эти баночки, про которые я рассказываю. Жду вас на своем канале. Подписывайтесь, проходите по ссылочкам. Пока.